Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан. На сегодня запланирован целый ряд мероприятий. Лидеры двух стран уже посетили мавзолей Тулеби, выставку казахстанских компаний и возложили цветы к памятнику бывшему президенту Исламу Каримову. А на брифинге для журналистов главы государств заявили о начале нового этапа взаимоотношений между братскими странами. За ходом этого визита следит моя коллега Айгуль Адилова. Тот факт, что Нурсултан Назарбаев сразу же после прилета первым делом посетил духовно важные для народа места, говорит о многом. Общенациональные символы, в которых глубокий смысл. Смысл и для Казахстана. Мавзолей Тулеби, где покоится прах великого казахского бия, один из самых старых сохранившихся памятников на территории Ташкента. И не случайно особое значение отношений двух народов лидеры обозначили именно здесь. Наши народы всегда почитали своих предков. Здесь покоится великий Тулеби. Он всегда говорил о единстве народов, призывал к миру и согласию. Это самое важное. Разногласия между родами и жузами никогда не приведут к хорошему. Борьба за власть и междоусобицы ослабевают страну. Только у сплоченного и единого народа большое будущее. Эти заветы Тулеби актуальны и сейчас. Наша сила в единстве. Я благодарен за то, что на вашей земле воздвигнут памятник нашему великому предку. У нас общие корни с узбекским народом. Одна история. Я рад этому визиту. Выражаю благодарность президенту Узбекистана Шавкату Мейрамоновичу. Многоуважаемый Нурсултан Абишевич начал свой визит именно с этих святых мест. Это говорит о многом. Говорит о крепких братских отношениях между нашими народами. Великий Тулеби всегда призывал к единству и миру. И мы, потомки, исполняем этот наказ, понимая, насколько важно жить в мире и согласии. Мир, согласие и независимость – святые ценности любого государства. Нурсултан Назарбаев возложил цветы и у монумента независимости и гуманизма. Это общенациональный символ Узбекистана – свободы народа, великого, дорогого достояния, независимости, которую на протяжении веков с надеждой ждали, к которой стремились и при которой живет нынешнее поколение. Нурсултан Назарбаев почтил память и Ислама Каримова, возложив цветы к его монументу. Памятник считается символом бережного отношения к политическому наследию Каримова. Посетив духовно важные места, которые значимы и для народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев дал четкий сигнал – мир и согласие – главное достояние, тем более между братскими народами, отношения которых выходят на совершенно новый уровень. Айгуль Адилова, Алибек Алиев, Айдос Серикполулы, Хасен Умаркулов и Алмаз Умаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента «Хабар-24», Ташкент.